Где партийные списки? Где списки партий? Начинай. Где списки партии? Над ними работают! Что? Я ничего не слышу! Громче! Громче! Я не слышу! Да. Повтори. Над ними работают! Кто? Кто работает над нашими партийными списками? Избирательный штаб! Какой еще избирательный штаб? Дай ему. Какой избирательный штаб? Не знаю, но когда я был со списками, ко мне подошли двое и угрозами заставили быть третьим. Дайте, дайте. Дай ему. А потом забрали у моего бесчувственного тела списки партии. И ты, конечно, ничего не помнишь. Помню. Помню, что они хотели использовать наши списки на выборах в Думу. Дайте. Идиот! Какие выборы? Это же был список партии холодильников из Гонконга! Понимаешь ты, пьянь, холодильников! Там счета фактуры, накладные! Они сказали, что могут раскрутить хоть шифонер! Смотрите! Жаль, прошел только один. Партия была небольшая. А чего это он такой замороженный? Ничего. Освоится, заработает.